так вот с утра пораньше. Поймите, если бы я разбудил в это время, это все враг номер один был бы. Это все, это не осуждается. А так благо ты враг номер два, а вот враг номер один. Которого тоже добра. Кого мы провожаем, Афоня? Скажи, кого мы провожаем? Мы же бабушка с дедушкой и приехали, и так быстро уезжают, да? Афонь, уезжают? Куда уезжают? А Вера. Да, тети Веры, да? Головой, значит, поехали. Забор будет, да? Да, все, целую, иди, бабуля. Пока. 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 Да. Че, пошли гулять? Нет, там дождик еще капает. Не грызи ты ноготь. Что там у тебя? Обрезать тебе? Дай я посмотрю. Это кто такой? Это что, Ляля? А кто это? Ляля. Ты Ляля? Да. А как ты? Смеешься? Или ты умеешь только плакать? Поплакал. Ну, ты поплакал? Да. А теперь можешь идти играть? Да. Ну, беги, играй. Ты поиграл? Да. Ты кто? Ты космонавт? А, Вера. А, у тебя день рождения? Вера. Ты что, тортик? А кто ты? Ты в шапке? Да. Здорово. Тебе повезло, да? Афоня играет, ходит туда-сюда, что-нибудь сочиняет, а я складываю вещи. Здесь огромная гора, я не знаю, сколько дней не складывала, но стирала. Поэтому пока была хорошая погода, все это высохло, поэтому сейчас вот занимаюсь разбором полетов, чтобы завтра, если нужны будут, ну, нужны будут, естественно, чистые вещи, чтобы они были. Чтобы не пришлось тут рыться, потому что завтра буду заниматься уже кухней. Прям готовить, хочу пасхи на печь, накрасить яйца, поэтому нужно здесь все это разобрать. У нас дождь, ну не знаю, мне кажется, уже закончился, но посмотрите, какая лужа, то есть он был очень сильный. Прям такой ливень-ливень. Поэтому родители приехали, немножко поиграли с Афоней и уехали. Цветочки, вон уже желтые тюльпанчики распустились. Посмотрите, вот дождь и тепло, и насколько быстро вот пионы уже. Вот они вот такого вот роста. Вот еще пиончик. Они, в общем, очень быстро растут. Диша пришел со школы, делали поделку, а я просто же этот календарь вот уже вот сюда вот сюда. Держит? Давай. Ну, тебе как можно вот так вот. Красиво. Да, это ты что, первое место занял? Ну, так у нас был конкурс. Несколько первых мест, несколько вторых. И ты же дома-то потренировал. 31 место было первое. Да. И учительница была второе. Не, ну, Людмила Валентиновна выбрала меня из первых мест. Так как уже скоро Пасха, то мы будем на обед кушать яичницу с колбасой. Не, никто не приехал, это папа там машину поставил. Давай кушать, пойдем полежим, да, Афонь? Папа! Спать, да. Думала, я не буду спать и сяду смонтировать видео вчерашнее, но нет. Учитывая, что в час легли, ну почти в час, там 12 с чем-то, и в 5 я проснулась, я не выдержала, я поспала. Вот, сейчас вот села в 3 часа. Смонтирую вчерашний влог. А Григорий тут пока нарисовал кухню. Сейчас покажу вот так вот. Сложно было. Да, он сейчас смотрел мультики на нашей кухне. И не мультики, а Discovery. А, Discovery. Такая вот вообще наша кухня. Много. Не, ну я сам придумал. Угу, красиво. Здорово. Блин, да это так... Особенно вот это эти. Эти галки. Шкафчики, да. Да, шкаф. Афоня, кто к нам приехал? Бабуля! И Степа! А кто тут рисует красиво в саду? Звездочки! А вон, глянь, Гриша, кухню нарисовал. Где? А вон дальше. Благодарю за вас. Где кукла? Кухня! А, кухня! Да, это я сам нарисовал. Да, это наш дизайнер. Сейчас, типа. Сам. Молодец. Красиво. А пока у меня есть немножечко времени до карате, я решила ленточки попривязывать к нашим яйцам, чтобы уже повесить их, начать, в общем-то, украшать.
наш дом к Пасхе. Вот сюда вот такой вот бантик привязала, и будет вот так вот свисеть красиво. Сейчас продолжу с вот остальными яйцами. Так, вот такие вот яйца получились. Нужно теперь веточки срезать, чтобы все это повесить красиво. Еще вон яйцо. Антошик, а ты будешь кушать? У Антоши в понедельник ярмарка, да? В понедельник? Что сказали? Так, а что сказали? А я не смогу к нему на ярмарку. Ну почему? Она вечером, да? После обеда? Ну мама потом пойдет, все узнает, да? Что это? Цукаты? А Фуни сегодня утром уже схватил цукаты, которые я это... На Пасху купила, да. Ой, какая красивая. А у тебя водичка? Покажи, какое у тебя платье. Она заболела. Да, что у нее, температурка? Да, она кашляет. Да? Угу. Плохо, да? Угу. А где такое платье взяла? С лаками, да? У тебя с духами это, да? Да. Да. Это мама мне заказала. И за колочки даже, и браслетики. Ты что, правда? Так, я уже дома, вот наши покупки. Даша приходила? Вы играли? Хорошо. Дома ты был? С Антошенькой? Да. Так, в общем, сейчас я покажу покупки. Куркуму купила. Будем пробовать красить яйца. Сегодня на ночь будем закладывать творог на творожную пасту. Сметану туда же. Азерчай с бергамотом. Один батончик подовый и один хлеб. Вот такой украинский, черный. Сейчас будем пить чай. Так, кофе купила, будет за 100 с чем-то рублей в Магните. Вот такое вот у нас уже заканчивается. Любимый детский кетчуп этот калевый, обычный томатный. Мой любимый. Да. Перец, который я очень люблю, вот он самый классный, самый ароматный. У тебя чай, сейчас будем пить чай. И у тебя песня. Так, что я еще купила? Для подливы вот такое вот маги. Вкусная подлива. Антошки любимые. Его шарики. Подушечки купила. Четыре. Одни с шоколадом, а одни просто сливочные. Пакет молока. Двое салфеток. Купила 5 килограммов. Купила 5 килограмм муки, чтобы делать пасхи. Она прям очень белая, хорошая. За 125 рублей вот 5 килограмм. Дядя Антош, она вся грязная, не надо так делать. Да. Сливочное масло на развес. Молодую капусту, она стоит 150 рублей. Мак пшеничный. Я насеяла муки, чтобы она грелась здесь в комнате, а завтра будем с утра пораньше месить тесто. Что тут за папина любовь такая? Ты смотришь телевизор? Это Лего. Это Лего Ниндзяго, да? Угу. Так, детки здесь перемешивают. А зачем синий? Нет, синий нам не нужен, это просто был красивый. Антошенька, хорошенечко перемешивай. Мы сейчас хотим попробовать сделать безе. Не трогай, нет, все, давай я это уберу. Безе, как у семейной кухни, цыплята. Вот у нас здесь два. Угу. Вот это желтые. Черный. Нет, мы больше ничего не добавляем. Антоша, вот такой красный, но он у нас розовый. Нет, вот этот уже тебе добавили. Перемешивай хорошо. Черный, но он получается не трогай. Он как серенький такой. Антош, помоги ему перемешать. Я теперь вот такие вот, в общем, сделала цыпляток. Увидела на семейной кухне и решила попробовать. Вот. И вот такие вот просто будут безешки. Черные, конечно, мне не очень, но...
Мне жалко выкидывать яичный белок. Так что вот это все теперь отправляется в духовку на час-полтора при немного открытой духовке. Примерно на 110 у меня или 120 градусов. Ну, в общем, на низкой температуре. Сейчас рассказываю, что я сейчас делаю. В общем, здесь у меня 2 пакетика куркумы по 20 грамм. Не знаю, честно, сколько нужно. Сейчас это все залью кипятком. Когда вода подостынет, то я буду окунать в них вот такие вот яйца, которые я уже отварила. То есть они вареные, белых у нас в станице было вообще не найти. Поэтому будем красить, пробовать куркумой, красить вот эти вот яйца. Ну, то есть обычные куриные, да. И на всю ночь их оставлю в этом растворе куркумы. А здесь я закипятила луковую шелуху, которую мама предварительно замачивала за несколько дней. И, в общем, здесь старая такая кастрюлька, чтобы сильно все не окрасить. Вот сейчас будем, в общем, куркуму. Луковую шелуху я завтра прям сюда буду окунать яйца сырые и варить их 10 минут в луковой шелухе. Вот, а вот эти вот с куркумой буду оставлять на ночь. Так, я сейчас, в общем, готовлю начинку. Сейчас доделывать буду пасху творожную. И сразу же сделаю начинку для завтрашних рулетиков с маком и с орехами. Это для нас это самая вкусная начинка. Здесь 300 грамм орехов битых. И вот здесь вот пакетик мака. На самом деле пропорции могут быть разные. У кого сколько есть. В общем, орехов может быть больше, мака меньше. В общем, здесь у меня мак, ну вот здесь 150 граммов. В общем, орехи. Есть блендер, в блендере у меня нет, так что на мясорубке, орехи на мясорубке, мак, все смешиваем, добавляем сахар по вкусу. И вот это будет начинка, она такая достаточно сухая, но рулеты с ней получаются безумно вкусные. Не знаю, мы их обожаем. В общем, мама нам всегда такие делала рулеты, именно с маково-ореховой начинкой. И здесь же творог, перемолол тоже на мясорубку для пасхи, для творожной. Так вот, моя здесь пасха творожная варится. У меня уже есть на канале рецепт такой пасхи. Я помню, что она получилась очень-очень вкусной. И сейчас включила видео, нашла его, просмотрела. Правда, я там все варила в кастрюле, а не на водяной бане. Но в этот раз решила на водяной бане. Ждем, в общем, что все станет жидким. И все будем охлаждать и в формочки раскладывать. Так, нагрузила я вот такую вот конструкцию. Конечно, вот эта форма уже за второй раз, ее первый раз хорошо использовать, получается она достаточно плотная, но второй раз она уже вся разъезжается, особенно внизу. Поэтому я тут скотчем замотала, сверху резиночкой для денег сделала, пока все стоит. И как по хорошей традиции осталось еще вот это вот заваренное творожное тесто. Я сделала опять из вот этого же стаканчика майонезную форму. Здесь наделала штопором дырок, потому что Сержуня уже пошел спать. Не знала я, чем делать. И сейчас 2 слоя марли. Буду все сюда застилать и еще как пресс ставить эту форму. Think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. Think I'm crying all